Шестая школа с физико-математическим уклоном считается одной из лучших в округе. Желающих учиться именно здесь с каждым годом становится все больше. Поэтому было принято решение построить дополнительный корпус. Ну что, нулевой уровень? Сеть там на 80%. В общем, завершены. Самое сложное с газом закончено. Поэтому надо сказать, у нас еще перед зданием администрации будет там 3 котлована. Ну, будут легкие неудобства, как говорится, но подрядчики потом все восстановят. На сколько недель и когда? На неделе 3. По словам директора школы, пристройку они ждали очень давно. К строительству подрядчики приступили в январе. Сдать объект они обещают уже в следующем году. А этим летом здесь будет проходить реконструкция прилегающей территории. У школьников появится новая спортивная площадка. Все идет по графику, все идет так, как должно быть. И был затронут вопрос о фасаде старого здания школы для того, чтобы и укрепить этот фасад, и сделать его таким же красивым, какая будет пристройка. И было принято решение, что этот фасад начнут делать уже в этом году, не дожидаясь следующего года. Главное, чтобы строительные работы не мешали учебному процессу. Ведь даже летом ребята приходят на занятия в рамках губернаторской программы «Умные каникулы». Например, в классе информатики идут занятия по робототехнике. Для ребят это не только вовлечение в робототехнику, интересные занятия, плюс это, при наличии победы и призерства, это дорога в вуз. Причем в вузы престижные, то есть он так проводит МГУ, победа – это уже однозначно поступление на физфак МГУ по направлениям физика либо астрономия. Многие дети связывают свою будущую профессию со школьного увлечения. Например, ребята, которые ходят на робототехнику, как правило, связывают свою дальнейшую жизнь с техническим творчеством и программированием. И на уроках физики ребятам не дают скучать и проводят интересные опыты. Мы к шарикам будем привязывать монеты в мешочки и запускать эти шарики с некоторой высоты. Только важно, чтобы эта высота была одинаковой. Например, с высоты вашего роста, с вытянутой руки. И дальше мы будем измерять время падения и находить зависимость, как зависит время падения от массы. А потом, когда мы эту зависимость уже получим, мы будем определять массу конфет. А пока юные физики надувают шары и занимаются вычислениями, юные математики изучают шифрование и кодирование. Нам это может пригодиться, например, если мы хотим написать другу письмо какое-то, но мы не хотим, чтобы его кто-то другой увидел. Вот Циску, как взрослых, мы смотрим на вас, вам завидуем. Мы тоже хотим 3 месяца каникул. Сегодня шестая школа имеет статус опорной, а это значит, что властям необходимо увеличить количество ставок для учителей и заложить эти расходы при составлении бюджета городского округа. Татьяна Горностаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.